Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Огромный всем привет! Это неделя корпоративного спорта, организованная при поддержке Департамента спорта города Москвы, приуроченная к столетию московского спорта. Я вас приветствую, меня зовут Артем Кузнецов, мой игровой никнейм Помидор МСК, ну а мы говорим, конечно же, о дисциплине мир танков. Сегодня день финалов, групповые этапы отгремели, и у нас сформировались лидеры, сформировались фавориты, четыре команды, которые прорвались в этот день, в эту стадию, которые сегодня будут выяснять, кто же из них самый сильный, собственно говоря, в рамках вот этой вот недели корпоративного спорта. Много других еще есть дисциплин и командных, и личных, и киберспорт, и спорт, но мы все-таки сегодня остановимся исключительно на мире танков. Первый полуфинальный матч, который мы сможем с вами посмотреть, их всего, как стоит догадаться, будет два, но на нашем канале мы сможем осветить лишь один, пройдет между командами ОАТ, это Объединение административно-технических инспекций Москвы. Это команда, которая выиграла групповой этап, не проиграв ни одного матча, заняла первое место и, собственно, очень сильно нацелена на наивысший результат, на чемпионство, на победу. Есть даже у меня один из представителей этой команды в друзьях ВКонтакте, один из моих хороших знакомых, это Буллер Три Троечки, с которым нам удалось немножечко перед стартом боев пообщаться, спросить вообще, как настроение, какие ожидания, какие эмоции. Ну и Буллер, вот он сейчас скоро будет на ваших экранах, настроен на победу, настроен на чемпионство, и это, мне кажется, должно, ну так знаете, и заряжать и всех нас с вами, кто сегодня смотрит данное событие, данный турнир,
данные матчи, как угодно это можно назвать. Всегда подобные мероприятия – это праздник. Это праздник, это драйв, это возможность посмотреть на себя со стороны, возможность поболеть за своих коллег, за своих товарищей, за своих друзей. Ну и, конечно же, стоит поговорить о второй команде, о сопернике УАТИ. Это госинспекция по недвижимости. Команда в групповом этапе заняла третье место, выиграв 4 матча и 2 проиграв. Они в данном случае выступают в этом полуфинале по понятным причинам аутсайдерами, но это мир танков, это корпоративный киберспорт, здесь может быть все что угодно, подготовка, везение, какие-то поджоги, взрывы боеукладочек, крутые тактические решения, в общем, может быть все что угодно, поэтому какие-либо прогнозы я предлагаю откинуть в сторону, у нас классический 3 на 3, у нас играют ребята на демонстрационных или на пресс-аккаунтах, эти аккаунты отличаются тем, что имеют абсолютно все танки со всеми перками, всем возможным оборудованием, и, соответственно, ребята находятся в равных условиях. Играем мы по системе Best of 5, то есть серии из 5 боев до 3 побед. Карты я вот успел записать первые 3, это Утес and Scratcher, потому что ребята прям непосредственно перед матчем определяются, на каких картах будет происходить сражение, то есть происходит классический пикбан. Ну а ребята уже готовы к старту первого боя, поэтому я предлагаю отправиться в игру. Всем приятного просмотра, отличного дня, дорогие друзья, поехали! Мы находимся в лобби, как раз ввиду общения с судьей, который интересуется готовности вашей и моей. Собственно, мы готовы, и Утес стартует, поехали! Сетапы на ваших экранах. УАТИ против госинспекции по недвижимости. Матч за выход в финал. БЗ-75 и 2 63-х КС. Это выбор УАТИ. Ну а госинспекция по недвижимости выставляет суперконя. Более медленного тяжелого. Более медленный тяжелый танк, но при этом более комфортный в позиционке. И, конечно же, более ДПМный. И также 2 63-е КС. Состав определен. Классические цвета выбраны сегодня у нас для эфира. Это синий и красный. Как вы можете видеть, под синим цветом играет команда УАТИ, под красным госинспекция. Ну и вот раскатка. 2 КС-ки отправляются по второй линии в направлении третьей у обоих коллективов. Ну а тяжики будут, видимо, около круга захвата. Напомню, что здесь достаточно длительный захват базы. Булка напарывается на Мунлайта и Резидента, или Резидент с Мунлайтом напарывается на Булку, тут непонятно. Кстати, Буллер 3 троечки и Булка 3-3-3, как-то вот сложно будет идентифицировать ребят. Кстати, хочу отметить, что у одного из игроков команды УАТИ не прокачана полевая модернизация. Но такое нетипичное сражение происходит здесь на первой-второй линии, и сейчас вопрос, где же тижи? Тижи летят, спешат, и в этой ситуации БЗ-75, конечно, наиболее быстрый, и, соответственно, он быстрее приедет в это сражение. Это ключевой момент сейчас может быть в бою. Бодрое начало. Есть пробитие от БЗшки. Шотный Мунлайт пытается засейвиться за резидентом, но Булка не прощает. Это первый фраг спустя минуту боя. Вкатывает с отличным тараном Хоррибл, и нужен Милкс на своем суперконе в этом сражении. Вот сейчас он подоспевает, попадает на фокус Булка 3-3-3, но слишком мало хп у резидента, чтобы выжить. И он перед своей смертью успевает забрать одного из оппонентов, но Хоррибл не оставляет резиденту шансов и отправляет его в ангар. 1 в 2 остается Милкс. Ситуация для него не самая благоприятная, безусловно, но чудо возможно, это танки, здесь бывает все. Нужно фокусить КС-ку, получает пробитие от Хоррибла, не пробивает его в борт. Хорошая отыгровка от БЗ-75 в составе команды УАТИ. Я бы высказал определенное сомнение из-за отсутствия турбины на этом танке, но во всем остальном, конечно, здесь Хоррибл был просто прекрасен и вовремя успел, все пробил, все попал. И вот эта вот история про мобильный танк, но менее ДПМный, менее комфортный в позиционке, конечно, эта история сыграла ключевую роль в этом бою. И в такой равной перестрелке КС-ок все точки над «и» расставил именно БЗ-75. Ну и по статистике мы с вами видим, что наибольшее количество урона в составе команды УАТИ именно у этого тяжелого танка. Также 2 фрага, поэтому здесь 100% реализация без вопросов. Прекрасная отыгровка от Хоррибла.
И его команда, команда ОАТИ, получает первый балл, первое очко в рамках этого матча. Напомню, дорогие друзья, если вы только подключились, что это неделя корпоративного спорта, посвященная столетию московского спорта. Это полуфинал, это матч, собственно говоря, за выход в финал. Это ОАТИ против госинспекции по недвижимости. Играют здесь представители, собственно говоря, департаментов, различных ведомств и так далее. Никаких здесь легионеров, никаких супер там киберспортсменов, миротанков и так далее, и так далее. Во многом за счет этого и, конечно, интерес складывается у болельщиков, у коллег, у друзей, у родственников. Все в равных условиях, о чем мы проговорили. Много еще есть параллельных дисциплин, о чем мы тоже сказали. Здесь и Counter-Strike, здесь и Dota, здесь и различные виды спорта, такие как там футбол, волейбол, баскетбол, или индивидуальные дисциплины вроде там бильярда или шахмат. В общем, масштабное событие. Стоит отметить, что в мире танков, кстати, не так уж и много команд было заявлено, всего лишь 7 коллективов, которые играли по круговой системе в группах. Ну и вот 3 команды, занявшие с 5 по 7 место, покинули турнир, а 4 сильнейших прорвались вот в сегодняшний игровой день, в сегодняшний этап, в финальный этап. Ну и вот, собственно, сражаются на наших с вами глазах, на наших с вами экранах. Итак, пока там судья организовывает процесс, следующий бой на карте Энск. Я, кстати, сейчас вам хочу сказать, что 3-я карта Редшир, 4-я карта Химмельсдорф, баны были, это Ласвель и Прохоровка, ну и, соответственно, рудники, я так понимаю, у нас остаются. Да, рудники становятся картой номер 5, если вдруг дело до этого дойдет, если будет вдруг 2-2. Также, наверное, стоит отметить, что в параллельном полуфинале, который можно также найти на Твиче, также один из моих коллег Заяц его комментирует, в этом матче на данный момент пока нам счет неизвестен, но мы знаем... А, нет, вот уже известен, но я не буду спойлерить, вдруг вы захотите посмотреть. Сражаются команда ДГИ, это команда департамента государственного имущества города Москвы. И их оппонент, это команда ДЗМ, это также Московский департамент здравоохранения. Соответственно, победитель пары, за которой мы сейчас наблюдаем, будет в рамках финала сражаться с победителем параллельной пары. И этот финал также я сегодня для вас буду комментировать, освещать, с удовольствием смотреть за этим противостоянием. И вместе с вами мы узнаем победителя. Но до этого дело дойдет чуть позже, в 13:10 по московскому времени, соответственно, этот матч должен начаться, финальный. А пока у нас полуфинал, счет открыт, ОАТИ в таком уверенном ключе побеждают, и мы говорили о том, что они выиграли группу, без поражений прошли, мы говорили о том, что они фавориты, но, еще раз говорю, любые вот эти вот истории про фаворитов, про то, что кто-то там что-то выиграл до этого, это все прекрасно, это все здорово, но наиболее важно, что здесь, что сейчас, и, безусловно, мы с вами сейчас и будем в процессе уже говорить о том, фавориты или аутсайдеры были ли таковыми, являются ли таковыми. Но пока что ОАТИ начали уверенно и свою первую победу одержали. Карта Энск. Бой под номером 2. 50Б, сотка и Т110Е5. Таков выбор команды ОАТИ. Более тяжелый сетап и отказ от барабанной техники от госинспекции по недвижимости. Сотка, Маус и Т110Е5. Ну, сетапы вполне понятные. Е5 крайне комфортный для позиционки танк. Танк, который имеет отличный ДПМ, отличное пробитие кумулятивными снарядами. Тут, да и в клинче очень силен. То есть тут вопросов никаких не возникает. Про 50Б, я думаю, тоже всем все понятно. Мобильный барабан, который прилетел, 4 выстрела по 400 урона нанес и улетел. По поводу соток Маусов, здесь эти танки берутся, во-первых, потому что они, используем такое слово, жирные, то есть имеющие большое количество, большой запас прочности, достаточно неплохое бронирование и комфортные в позиционной какой-то перестрелке. Сейчас мы наблюдали за тем, как просвечивали перекатку по, ну, вот этим, через ЖД, да,
в город команда госинспекции по недвижимости. Ну, IT вроде бы посвятили, вроде бы информацию получили, вроде бы имели шанс нанести урон, но в конечном итоге этого урона нанесено не было. И в целом ничего плохого, ничего критичного для госинспекции не произошло. Ну, просто засветились. Ну, да, дали информацию, что они играют в город, но в целом эта история вполне... традиционные, достаточно редко играется там в полном составе или даже там хотя бы одним танком зеленка. В 3 на 3 вообще не очень благодарное дело делить свою команду, так как одиночная цель, она наиболее уязвима. Это очевидные вещи, которые, я думаю, что понятны абсолютно каждому, даже не танкисту, который никогда там, например, не играл в танки, но он понимает, что уничтожить в несколько танков один намного легче. Ну, то есть какие-то, да, базовые вещи. Мы видим, как в городе так подзакрылись ребята из госинспекции. Начало было неблагоприятное, неудачное для них. В целом, да, это всего лишь одно поражение, но мы должны не забывать с вами о том, что все-таки это BO5, все-таки это классическая игра до трех побед, где каждая победа — это треть успеха. Поэтому, то есть это не игра про, там, это не история про BO9, где ты там играешь до 5 побед, где есть возможность там 2-3 боя проиграть и еще впереди играть и играть. То есть здесь, конечно, нужно быть осторожным. Но ребята так вот вроде подзажались, подзакрылись в городе, но при этом все равно плавненько, используя ту скорость, что есть у немецких тяжей, продвигается по городу. Я хочу напомнить, что бои проходят в тренировочных комнатах, а это значит, что наблюдать за... захватом, скорее всего, нам не придется, ну, полным я имею в виду, потому что более 3 минут длительность захвата базы одним игроком. Это некая особенность, по моему мнению, даже изъян тренировочных комнат, до сих пор наши уважаемые разработчики это не поправят, но, тем не менее, что есть. Поэтому, как правило, здесь игра идет до уничтожения полного состава одной из команд. Но, знаете, захват как некий такой тактический элемент, как некий элемент психологического давления используется периодически, но, видимо, это не тот бой. Мы видим, что достаточно сильно поделились игроки из команды OAT. Да, безусловно, осторожничает Буллер 3-3 и Булка 3-3-3. Плюс есть возможность прикрыть Е5-му Бэшку, а Бэшке Е5-го. Но пока немножко выключена сотка. И плюс ребята понимают, что, конечно, у противников, что Мунлайт, что Милкс на своих сверхтяжах немцев далеко не смогут куда-то там пролететь, залететь, перестроиться. То есть, ну, это танки явно не про скорость. Такая спокойная игра. По сути, полбоя прошло, и ни одного ХП не было потеряно ни одним из игроков обоих коллективов. Но вот сейчас Булка находит возможность прострелить Мауса. В Милкса залетают пробития в борт. Здесь удачно начал Булка. Хочу обратить внимание, что игнорируют турбину игроки, играют с вентиляторами. Но сблизились Horrible и Буллер с Мунлайтом и Милксом. Вопрос, где же резидент? Сейчас, используя тот момент, что Булка 3-3 на КД и далеко, можно как-то попытаться зафокусить одного из игроков команды OAT. Пошла ярко выраженная стычка здесь во дворах, но уже Булка 3-3 приезжает с полным барабаном. У него есть возможность его реализовать. Мунлайта пытается прикрыть Е5 своего тиммейта, это резидент, насколько я понимаю, капитан команды госинспекции по недвижимости, но тем не менее не удается ему сохранить жизнь Мунлайту. Мунлайт уничтожен. Ну а Милкса просто игнорируют. Зачем стрелять в Мауса без ДПМного? Он никому не нужен. Грамотные действия от Булки 3-3. Он перекрывает прострел Милксу, чтобы спокойно с резидентом перестреливался Буллер 3-3. У Буллера здесь ярко выраженное преимущество по ХП. И нужно просто ему добивать. Еще и альфа проходит по резиденту. Прекрасная ситуация для OAT. Булка заряжает свой барабан под номером 3 уже. Начинает раздавать в борт Милксу. Милксу здесь, конечно, было бы здорово докрутить, но объективно шансов в этом бою выжить у него просто нет. И Булка с Буллером, два брата, может быть, не знаю, может быть, просто хорошие друзья, хорошие коллеги, отправляют в ангар третий танк команды госинспекции по недвижимости. И счет становится 2-0. OAT впереди. Заключительный бой или еще сможет госинспекция вернуться в игру, мы узнаем совсем скоро. Это сражение пройдет на карте Redshare, пока все технические приготовления идут. Там сейчас
Судья там собирает сетап из команд, меняет карту, говорит о, там, узнает о готовности. Ну, в общем, вот эта классическая техническая процедура организации боя. В качестве судьи, кстати, сегодня у нас рефери Кэрри. Был уже опыт сотрудничества с ним у меня в рамках каких-то других корпоративных историй, но это не столь важно. Хочется лишь отметить, что судья крайне опытный, поэтому по этому аспекту вопросов никаких явно не будет. Ну а пока на ваших экранах вашему вниманию представлена статистика боя под номером 2 на карте Энск. И здесь отмечаем, конечно же, АМХ-50Б. Три неполных, ну, третий был неполным барабаном, раздал Булка три троечки. Лишь один раз промахнулся. Ну, а все, что попадал, все ровно бил в цель, пробивал оппонента и нанес аж более 4000 урона. Согласитесь, дорогие друзья, даже в рандомных каких-то боях в 15 на 15 не всегда такой урон удается настреливать. Ну, а здесь вот мы видим, что представитель ОАТ в формате 3 на 3 наносит такие цифры. Это, конечно, для него и для его команды крайне приятно, но также отмечаем три уничтоженных машины, то есть в полном составе команду оппонентов Буллер три троечки уничтожил. Я думаю, что говорить о противниках здесь не приходится, говорить, вернее, о каком-то таком, знаете, вот, ну, негативном подтексте, то есть все-таки это неделя корпоративного спорта, все-таки это соревнование, но, знаете, под такой некой эгидой товарищества, товарищеских каких-то противостояний, товарищеских матчей, товарищеского турнира в целом. Поэтому здесь хочется использовать слова, ну, окей, соперники, да, неплохо, оппоненты неплохо, но никак не враги, понимаете, о чем я говорю? То есть, да, враг в рамках боя, в рамках функционала игры, безусловно, это термин, который мы там как бы можем употребить, и он будет корректен. Но хочется отметить, что это турнир все-таки про добро, про позитив, про спорт, про историю. Это вообще в целом знаковая дата для города, ну, для Москвы, конечно же. Я сам являюсь москвичом, поэтому для меня она тема близкая. Тут как раз-таки день города у нас. И вот история про неделю корпоративного спорта. В общем, все подвязано под праздники, под позитив. Так вот, знаковая дата и для всех людей, там, для миллионов москвичей, увлеченных спортом, увлеченных киберспортом. Есть даже созданный официальный сайт. Это 100.moscow.sport, куда вы можете перейти, ознакомиться, почитать какие-то статьи, ознакомиться с историческими фактами о различных спортивных достижениях, которые были на протяжении этих 100 лет. Может быть, посмотреть серию документальных фильмов, если вы хотите погрузиться, прочесть различные истории успеха московских спортсменов в разных дисциплинах абсолютно. Ну и, конечно же, как же без этого, нужно не забывать, что история пишется нами здесь и сейчас, и есть возможность оставить свой след вот в этом масштабном праздновании юбилея, поделившись какой-то своей историей, может быть, историей там своей бабушки, своего дедушки, дяди, там, тети, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, друзья мои, история массовая, история добрая и позитивная, поэтому если вы заинтересованы, если вы меня слышите, если вы наблюдаете за всем этим, то я убежден, что хотя бы посетить этот сайт, он здорово сделан, я сам ознакомливался, сам прочитывал какие-то там справки, там, наводишь на 2020 год, и там пишет, там что-то написано, история пишется, так, знаете, пафосно, ну, прикольно, красиво. В общем, посетите, перейдите, если будет интересно, еще раз повторюсь, 100. Английскими буквами большими, moscow.sport. Ну, или, возможно, у коллег можете спросить, если кто-то осведомлен, у организаторов. У меня, к сожалению, нет возможности вывести сейчас на экран какие-то ссылки, там, куда-то их вам предоставить. Ну, может быть, на слух воспримите. Ну, а мы отправляемся дальше. Редшер, тот самый Редшер, бой под номером 3 и сетапы на ваших экранах. ОАТ выставляют 75-го базика, суперконя, а также 63-ю КС-ку для увеличения мобильности. От госинспекции я вижу более любопытный сетап. Классический суперконь с КС-кой, но вот, вернее, с КС-кой, но без разницы. Но вот резидент, капитан команды, играющий на ТВП, это любопытное решение. Это решение, причем, кстати, с закалкой он играет. Это решение именно на вот этот вот отстрел. КС-ка светит с точки, с куста, нет, даже тут сам резидент светит. Понятное решение, как будто бы готовы к этому ребята из ОАТ. Они будто на шаг впереди, и Булка едет именно сюда вот.
к Мунлайту, Резиденту, обнаруживает их, не получая урона, аккуратно сейвится под прикрытием буллера 3-троечки. Хоррибл уже на своем базике занял позицию и сейчас тоже постарается не отпустить. Сводится. У нас, к сожалению, с вами некорректно работает мод в рамках перезарядки. Если вот обратить внимание, нули показывает. Конечно же, это некорректная информация. Есть снаряды у Хоррибла, но это технический момент со стороны разработчиков. Я здесь ничего не могу сделать, к сожалению, дорогие друзья. Но я хочу сказать, что тут казалось бы, что булка 3-троечки на шаг впереди. Казалось бы, что урон должны получать средние машины госинспекции. А в итоге урон-то наполучал, причем очень неприятно. Милкс на суперконе играющий. Кстати, с турбиной играет Милкс. Я отмечал, что турбины отсутствуют. Такая абсолютно классическая сборка. Турбина, закалка досол и допай аптечка. И ремка. Единственное, что для меня удивительно, что не загрузил хотя бы парочку фугасов Милкс. Иногда в корму или в какие-то уязвимые картонные борта фугасы с британских ТТС залетают на ура. Тем не менее, Милкс сделал такой выбор, и пока я рассуждал про снаряды, он получил еще одно пробитие от Хоррибла. Хочу напомнить, дорогие друзья, что в случае победы в этом бою команды УАТ, они выбивают из этого турнира госинспекцию. И, ну, разумеется, по недвижимости. И отправляются в финал, где ждут, собственно, своего соперника. Очень близки сейчас к этому успеху. Еще и резидент на ТВПшке здесь получил пробитие от Хоррибла. Ну а буллер 3-троечки абсолютно безнаказанно поджимается под рельеф. И сейчас просто фактически будут пытаться зажимать, да, со всех сторон в рамках вот этого круга захвата, чуть более широкого. Ребята из команды OIT, но грамотное действие от Мунлайта. Он единственный, кто имел ХП и хороший ДПМ имеет по сей час. Он вкатывает в Хоррибла и пытается фокусить вместе с тиммейтами, но Хоррибл принимает единственное правильное решение. Игнорирует Мунлайта, едет добивать резидента. Милкс был отправлен игроками OIT также в ангар. И теперь Мунлайт остается 1 в 3. Кстати, обратите внимание на просветленку. Вот по поводу вот этой вот заготовки с просветом перекатки и отстрелом ТВПшки. То есть это вот все вот сюда вот эта просветленка. Но, к сожалению, этот тактический элемент не сработал. OIT прочитали выбор ТВП и законтрили фактически своих оппонентов. Здесь Мунлайт, мне кажется, может уже поднимать лапки кверху. Матч проигран, к сожалению, для госинспекции по недвижимости, но я убежден в том, что нет причин для расстройства, нет причин для разочарования. Ребята молодцы, отыграли групповой этап, поучаствовали в группах, ребята заняли третье место, выиграв 4 матча и проиграв 2, прорвались сюда, но очень сильны OIT. Еще раз повторюсь, есть буллер, который в свое время достаточно на высоком уровне командовал в рамках формата 15 на 15, то есть этот сотрудник административно-технических инспекций, безусловно, опытный танкист с опытом командования, то есть тактическая составляющая для него крайне близка, и я думаю, что он один из основных вот этих вот, знаете, таких умов команды, который разрабатывает именно план на бой, некую глобальную стратегию, корректирует именно тактику. В общем, суть такова, что OIT сильны. OIT сильны даже по меркам просто каких-то, знаете, общеигровых турниров. Ну, а мы благодарим, конечно же, благодарим госинспекцию по недвижимости за выступление на турнире, благодарим за этот матч. Я лично от себя высказываю некое сожаление, расстройство, что не удалось там, знаете, вот поконкурировать, там, выиграть боечек, зацепиться за второй, навязать вот эту вот такую равную борьбу OIT. OIT, конечно, оказались сильнее, но это игра, и ничего страшного в этом нет. Повторюсь, это все равно праздник, поэтому спасибо госинспекции по недвижимости, ну, а OIT отправляются в финал, где им предстоит сразиться либо с командой DGI, либо с командой DZM, которые пока еще не определили победителя и сражаются, но совсем скоро, я уверен, что этот победитель будет определен, и мы с вами узнаем, кто же будет играть в финале. Ну а пока мы уходим на небольшую паузу, дорогие друзья, для того, чтобы организовать интервью с одним из победителей этого матча, с одним из представителей команды OIT, там спросить про настроение перед финалом, какие-то общие вопросы там по турниру, по этому матчу и так далее. Но нам нужно эту историю организовать, как ни крути, дорогие друзья. Поэтому я пока ухожу на маленький брейк. Ни в коем случае не прощаюсь и далеко не уходите.
Алло, алло, как слышно? Здорово, Тём. Павел, приветствую. Здравствуй. Так, ну что же, для начала поздравляю с выходом в финал. Маленькая, но победа. Всегда приятно, как мне кажется, выигрывать любого рода турниры, поэтому поздравляю для начала. Спасибо огромное, Тём. Да, хотелось бы задать несколько вопросов, касаемых и этого матча, и финала, и турнира в целом. По времени, если есть возможность. Я понимаю, что вам нужно там тоже подготовиться к финалу и так далее, но пару-тройку минут хотелось бы у вас украсть. Вот. Начну, наверное, тогда от большего к малому. По поводу вообще турнира в целом. Мне, к сожалению, не удалось покомментировать по определенным причинам все матчи, но вот на самое сладкое пригласили на финалы, на самое вот прям вот жесткое танковое рубилово. Хотелось бы спросить, как вообще в целом вот танки в рамках вот этой недели корпоративного спорта, вот как ощущение, интересно, неинтересно, подготовка, чего понравилось, чего не понравилось, чего хотелось бы в будущем, чего есть в настоящем. То есть, ну, какое-то мнение общее вот со стороны участников, со стороны финалиста. То есть финалист — это всегда один из таких самых, ну, как мне кажется, важных персон, да, вот команда финалист, от которой хочется услышать какое-то конструктивное вот мнение. Так, ну, слушай, турнир на самом деле интересен. Мы первый раз в нем принимаем участие. До этого тоже были приглашения, там, года два назад, да. Но в этом году чем лучше, тем, что это началось в сентябре, а не в выходные, как было ранее летом, да. Потому что лето есть лето, а сентябрь есть сентябрь. Уже погода портится, и можно поучаствовать, попробовать, так сказать, свои силы. Потому что в рандоме-то мы бегаем довольно-таки часто, а здесь все-таки специфика игры совершенно другая. Ты сам прекрасно понимаешь. Потому что 3 на 3 и тактики, все это очень интересно, на самом деле. И познавательно с точки зрения занятия позиций, и как это все сорганизовывается.
Здорово, здорово. Очень рады участвовать в таком турнире. И интерес есть. Ну, то есть акцент все-таки сделан больше на формат сам 3 на 3, что турниры, что мы пытаемся. А вот по поводу самой вот этой вот истории про неделю корпоративного спорта, про то, что вы играете против там сотрудников других каких-то ведомств, департаментов, нет какой-то вот истории, что вот мы, да, там технические инспектора, сейчас мы вот этих вот там за здравоохранение-то и натянем вот в рамках игры, ну, так, в рамках игры, разумеется. Нет, ни в коем случае такого нет, наоборот, это интересно, даже многие аббревиатуры, названия, мы в первый раз видели и прогуглили вообще, что это из себя представляет и чем они занимаются. Очень так даже познавательно. А никакого такого противостояния именно каких-либо там аббревиатур, ну, даже в голове такое не держим. Просто участвуем и стараемся, ну, прилагаем усилия для того, чтобы показать какой-то результат. Понял. Слушайте, а вот такой еще вопрос. А в рамках вот вашей команды каким образом собиралась команда? То есть был ли какой-то турнир отборочный или просто... Ребята, а кто пойдет вот в выходные там или вот, ну, какая логика была набора команды? Логика была. Слушай, ну, мы вот все втроем, кто играем непосредственно, там я, Андрей и Коля, мы все выпускники изначально Московского автодорожного института и в ОАТИ занимаемся тоже, так сказать, дорожестроительными материалами, да, вот, и как бы один, второй, третий там, узнали случайно, не то, что случайно, там, ну, что играем в танчики, вроде как более-менее неплохо получается, определенной долей вероятности, вот, и просто пришло письмо, типа, хотите мы, ну, давай попробуем, просто вот, давай попробуем, мы недели за две только об этом узнали, и за недельку как-то туда-сюда потренировались немножко, и вот, собственно, пришли, оказывается, в финал. Ну, я понял. То есть, в общем, собрались в формате там, а давайте, а почему бы и нет, игру любим, движуха да. Прикольно, полетели. И вот получилось так, что собралась хорошая команда, которая нашла там должное взаимодействие и прорвалась в финал, и нацелена, я так понимаю, выиграть. Ну, давай это позже. Позже обсудим, да, не будем пока. Позже, все, да. Все правильно. Кстати, хочу чуть добавить, что я тоже выпускник МАДИ, причем, по-моему, с Андреем в один год мы выпускались просто с разных факультетов, но не суть. Так что МАДИшники везде. Да. Вот. Есть такое дело. Ну ладно, по поводу этого матча, по поводу полуфинала, какие вот мысли, мнения? Потому что со стороны показалось, что очень как-то буднично вы обыграли своих оппонентов, и все складывалось так, будто вы на шаг впереди. Вот внутри какие настроения, какая атмосфера, какие мысли? Нормальное настроение, как бы играем как можем, но ошибок у нас, по крайней мере, вот с моей, если непосредственно про мою игру говорить, очень много, потому что определенный нерв все равно присутствует такой напряженный. Вот, то есть есть, так сказать, куда расти в этом отношении. Ну, ребята отыгрывают у меня, все нормально, так сказать, я чуть-чуть своего урончика наношу, дай бог, и вроде работает пока. Там посмотрим по ходу действия. Разберем. Вроде не якорь хорошо, да, из этой серии. Да. Вроде ноля нету, ну, значит, не. Значит все не так плохо. Да. Слушайте, ну вот такой еще вопрос. Финалист известен, второй. Это команда ДГИ. Команда, которая представляет Департамент государственного имущества Москвы. Команда, которая заняла второе место в группе. И эта команда... Вебка отваливается... Это команда, которая проиграла свой единственный матч вам. И у них, конечно, история какого-то, вот, мне кажется, принципиального соперничества вот в рамках там, этого турнира. Взять реванш, вот мы в финале, мы единственные, кому проиграли, это вам. То есть у них, я уверен, с настроем все в порядке. Вот у вас есть какой-то дополнительный настрой, может быть, подготовка к сопернику, к финалу? Или просто идем, играем, урончик наносим? Или как вообще? Конечно, есть не то, что определенный настрой, эта команда заняла второе место, показывала отличные и показывает отличные результаты. Я не знаю, ну, счет второго полуфинала. Вот. Мы с ними играли, по-моему, в среду. Да, там нам повезло, мы победили. Посмотрим. Финал покажет, загадывать не будем.
В общем, аккуратно пока, чтобы потом не спросили, да, за результат не самый хороший. Ну, я так вот вкину тоже. Ребята в параллели тоже 3-0 обыграли своих оппонентов уверенно, поэтому в финале, конечно, рубка обещает быть очень интересной, и мне, как зрителю, ну, тоже так не терпится уже увидеть, что там и как. Поэтому, посмотрим. До финала у нас, на самом деле, еще есть немножко времени, но я вот не знаю, будет ли какой-то ранний старт, если это возможно, не знаю. Но в любом случае, вам еще надо там попить водички, подготовиться, сделать пикбанкарт, поэтому не смею больше задерживать. Благодарю, что нашлась возможность там чуть пообщаться, рассказать. Вот. Ну, а мы будем наблюдать. Я, там, коллеги, зрители, другие участники будем наблюдать пристально. Каждую вашу ошибку перемоем там все косточки, как диванные аналитики. Вот, все, спасибо, удачи в финале, рассчитываем на хорошую, красивую игру. Все, давай, всего самого наилучшего. Все, спасибо, взаимно, хорошего финала. Ну что же, господа, пообщались мы с одним из представителей команды OAT. Очень сдержанный настрой, очень такое... знаете, вот спокойствие вот на уровне, как будто человек, ну вот просто вот проснулся и пьет чай. То есть вот никакого, ой, финал, там дрожь в коленочках. Очень спокойно. Вопрос, это маска или все-таки это действительно вот искренний такой настрой, спокойный? Настрой чемпионский, настрой правильный на самом деле, потому что когда ты слишком сильно через себя пропускаешь вот эту историю финала, слишком много нервничаешь, зачастую это плохо сказывается на твоей эффективности. Знаете, там ручки трясутся, стреляешь некачественно, стреляешь неэффективно, не попадаешь, не пробиваешь технику противника, ну и из-за этого какие-то сложности возникают. Я пока вот также вам выскажусь, не могу сказать вообще, когда мы начнем. У нас 13:10 по расписанию старт финального матча, но я не исключаю на самом деле, что если команды будут сейчас готовы раньше, если они проведут пикбан и будут готовы отправиться в бой, я не исключаю, что мы сейчас будем их сеть мариновать и говорить: нет, ребята, только в 13:10 и не секунды раньше. Все может быть. В общем, посмотрим. Финал действительно обещает быть интересным. И если мне не изменяет память, то ДГИ, Департамент государственного имущества города Москвы, это команда, во-первых, которая заняла второе место, это 100%, а во-вторых, по-моему, это команда, где играет господин Сипулин, если я ничего не путаю. Господин Сипулин — это очень опытный турнирщик в формате 3 на 3, игравший в различных корпоративных турнирах много лет, выигрывавший эти корпоративные турниры. Вот если я ничего не путаю, соответственно, здесь вот я про Буллера говорил, который там имеет опыт. В общем, мое видение, что если я не ошибся, это именно вот этот игрок, эта команда, то финал будет просто рубкой страшнейшей. Здесь, да, безусловно, сотрудники различных ведомств, департаментов и так далее, То есть это люди вполне официальные и уважаемые. Но при всем при этом это отличные танкисты с огромным опытом турнирным, с огромным игровым опытом. И уровень этого финала должен быть, еще раз повторюсь, ну, прям вот, очень высоким на уровне каких-то общеигровых турниров. Но мы все это совсем скоро узнаем, посмотрим, поговорим, проанализируем. Пока я, с вашего позволения, на небольшой брейк ухожу, как раз-таки вот узнать всю эту информацию, подготовиться, там, записать список карт, которые нас ждет в рамках финального матча. Финальный матч также проходит по системе BO5, то есть до трех побед он играется. Тот же самый судья, не нужно нам с новым судьей знакомиться. В общем, все в привычном формате, поэтому, дорогие друзья, будет интересно. Я с вами не прощаюсь, говорю до скорой встречи. Ну, не знаю, ну 5, 10, 15 минут, сколько нам нужно, чтобы вот всю эту техническую историю с пиком баном карт организовать. В общем, совсем скоро, дорогие друзья, увидимся.
We'll be right back.
И снова здравствуйте, товарищи танкисты и дорогие друзья. Неделя корпоративного спорта продолжается. Финал дисциплины «Мир танков», «Киберспорт». Сильнейшие коллективы, сильнейших два состава, представляющие ОАТИ. Это объединение административно-технических инспекций Москвы. И второй состав – это команда ДГИ, представляющая Департамент государственного имущества города Москвы. Ждут старта финала. Финал пройдет в формате БО5 до трех побед, танки 10 уровня, демонстрационные аккаунты со всеми оборудованием, со всеми перками, со всеми прокачанными танками там, и так далее, и так далее, и так далее. Все в равных условиях. Меня зовут Артем Кузнецов, Помидор МСК, мой игровой никнейм. Я сегодня для вас комментирую финальный день, собственно говоря, этого турнира. Ну а неделя корпоративного спорта организована при поддержке Департамента спорта города Москвы и приурочена к столетию московского спорта. Вы можете более подробно ознакомиться с информацией на сайте 100.moscow.sport, где есть много различной информации, статей, исторических фактов и так далее, и так далее. Также есть серия документальных фильмов. Ну и вы, собственно, можете также оставить и свой след в вот этом масштабном праздновании, поделившись историей своей или каких-то своих близких в рамках спорта, разумеется. Помимо танков есть еще много других спортивных и киберспортивных дисциплин, но мы все-таки остановимся на мире танков. И на финале, кто же станет чемпионом? До старта совсем немного времени, поэтому не имею права задерживать и вас, и себя. Давайте туда, в ангар, на вот момент вот этой вот финальной подготовки к непосредственно финальному матчу. Итак, судья уже собрал комнату. Мы с вами вновь используем классические цвета. Это синий и красный. Команда ОАТИ будет играть под синим цветом, команда ДГИ будет играть под красным цветом. Я для тех, кто слушал, смотрел трансляцию, не ошибся. Именно Сипулин, действительно, о котором я упоминал, является капитаном и представителем ДГИ. Эта команда заняла второе место на групповом этапе. Уверенно со счетом 3-0 в полуфинале обыграла команду из ДЗМ и прорвалась в финал. И единственная команда, которой ДГИ проиграли на стадии групповой, это была как раз-таки команда ОАТИ. В этом противостоянии команда ОАТИ победила со счетом 3-1. И, конечно же, ДГИ готовы, нацелены на реванш и готовы к этому самому реваншу. И уже абсолютно не важно, что было в группах, это я так для справки просто сказал. Этот матч определит, кто же чемпион, кто же победитель, кто же сильнейший коллектив, сильнейшее ведомство, сильнейший департамент в Москве на сегодняшний день. Ну и это, конечно, огромный-огромный праздник. Это, конечно, такой досуг положительный, позитивный, добрый, правильный, который сегодня в том или ином формате, в том или ином моменте завершается вот таким вот финалом. Интрига сумасшедшая, я не имею права, просто не имею права говорить о каких-то фаворитах. Может быть, все что угодно, и 0-3, и 3-0, и там 2-2, и решается все в рамках пятого боя. Игровые карты этого финала. Я сейчас пока судье напишу, что вы и я готов. Вы готовы, и я готов. Игровые карты, дорогие друзья, этого финального матча по порядку с первой по последнюю, если дело дойдет. Утес, Рудники, Прохоровка, Редшер и Ласвель. Энск и Химмельсдорф были забанены коллективами. Для меня такой достаточно странный выбор. От Энска отказалась команда ОАТИ, от Химмельсдорфа отказалась команда ДГИ. И отказ от двух городских карт — это стратегия какая-то глобальная, это стихийная история, или пытаются какие-то сильные карты выключить у своих оппонентов, или какие-то свои слабые. Не знаю, сложно сказать, будем смотреть, будем анализировать, будем воспринимать. Ну и очень необычный выбор от ОАТИ. БЗ-75 и КСК уже были представлены ранее, а вот СТБ это, конечно, решение нестандартное. Необычное. Кстати, обратите внимание, что не используют, например, 62-ку, которая была сильно изменена в последнем патче, и она, конечно, очень хороша. Ну а ДГИ выступают следующим составом: 50Б, БЗ-75 и
КСК 63. Шамсуддинов, Эрсотом и Сипулин. Или RSOTM. Не знаю, как правильно. Никнейм знакомый, но именно вот как произносится, не знаю. ОАТи начинают с нижней базы. Синий цвет за ними. В полном составе ребята едут в центр карты. ДГИ же свой коллектив поделили. КС-ку и Б-шку отправили вниз. Ну а Шамсуддинов на БЗ-75 в соло едет сюда, в центр карты. Включает вот эти вот турбоускорители. И вопрос, будет ли он сближаться или останется вот здесь на уголке. Все-таки принимает решение остаться на углу. И смотрите, какая интересная тактика от ОАТи. Они отправляют буллера 3-3 на КС-ке за маяком. Очень редко подобное используется в формате 3 на 3. Хоррибл здесь занимает центр. И, возможно, вместе с Булкой будут вкатывать Шамсуддинова. Но очень неприятный поджог залетает в левый борт, в левый бак Хориблу. Он, кстати, играет здесь с бензином без аптечки. И, возможно, и из-за этого в том числе загорелся. Получает пробитие от Шамсуддинова. Пытается Сипулин и Эрсотом перестроиться, чтобы максимально разменять Шамсуддинова. И в целом это удается сделать игрокам команды ДГИ. Здесь уже в центре карты Сипулин получает урона Эрсотом от Булки, который на своей СТБ занимает полку. Но Сипулин сюда вот именно за Булкой приехал. А где же буллер 3-3? Он только-только приезжает в сражение. Начинается погоня за Булкой от Сипулин. Но в моменте он понимает, что лучше зафокусить буллера. Буллер получает ряд пробитий. И 50Б на КД. Но здесь очень много ХП у Шамсуддинова. Здесь отправлен в ангар Сотом. Но Сипулин не отпустит буллера. Соло Булка остается против двоих оппонентов. Один в два. И только чудо здесь может ему помочь. Шамсуддинов должен сейчас прикрыть Сипулина, мне кажется. А с другой стороны, какая разница? Тут два почти фуловых танка и менее 600 хп у Булки. Это 0-1 или 1-0, как угодно. ДГИ одерживают победу и показывают нам с вами, дорогие друзья, что они намерены выиграть этот финал. Забирают в уверенном таком формате свой первый бой. Но я бы, наверное, все-таки сделал акцент, во-первых, на не самую удачную тактику. Шамсуддинов, если бы сблизился бы с центром, тогда были бы проблемы. Но так как он остался за углом, это был комфортный для него, была комфортная для него позиция, была комфортная ситуация. И там Шамсуддинов выдал 3-300, 6 из 6, идеальная реализация. Огромный молодец, это представитель команды ДГИ. Ну а вдобавок ко всему, несмотря на неудачную тактику, еще и поджог в Хоррибла залетел, и дальше уже было почти нереально. В итоге вот это вот решение с КС-кой, оно себя не оправдало, не удалось реализовать этот маневр с обходом через фланг вот за маяком. Но тем не менее, бой завершен, это уже история, все видели и все поняли. Двигаемся дальше. Утес заигран. Следующая карта — рудники. Сегодня с вами мы противостояние на этой карте не видели, поэтому дополнительное любопытство у меня лично есть именно к этой карте. Напомню также, что запрещено использование техники за глобальную карту и ЛБЗ. То есть никаких 279-х, чифтейнов, 260-х и так далее. По поводу количества побед, необходимых для в целом победы в матче, здесь классика, БО5 до 3 побед, соответственно, треть необходимых побед уже набрали ребята из ДГИ. Напомню, что единственный матч, который во всем турнире ДГИ проиграли, это был как раз таки матч против ОАТи. Тогда ОАТи победили со счетом 3-1, это был групповой этап, и заняли первое место ОАТи в группе. Не в своей, она была одна общая, так как 7 команд принимало участие. Ну и, соответственно, вот ДГИ начинают с победы. Давайте сразу сообщим о готовности. Не будем тут туда-сюда сейчас бегать-прыгать, потому что, как правило, в финалах уже кровь кипит, глаза горят, и здесь никто не планирует задерживаться, никто не планирует тянуть время. Ну, только, знаете, если с точки зрения какой-то тактики, когда ты проигрываешь, тебе надо перевести дух. Ну, сейчас ОАТи, я уверен, что шашкой наголо полетят отыгрываться. ДГИ выиграли, и надо наращивать успех, закреплять этот успех. Потому что все, это заключительный матч, и это финал. Кто победил здесь, тот победил в турнире. Это, ну, тоже, опять же таки, очевидные какие-то простецкие вещи. Ждем, пока ребята подготовят сетап. Судья уже настроил комнату. Классическое время боя 7 минут. Также вновь хочу отметить и обратить внимание для тех, кто только подсоединился, что
Это тренировочная комната, и в тренировочной комнате длительность захвата базы крайне длительная. Она достигает там, ну, более 3 минут там, на каждых картах почему-то по-разному, как вообще так сделано, я не совсем понимаю, но тем не менее, как есть. И, конечно, про захват я много раз это повторял, сегодня в том числе один раз говорил об этом. Конечно, захват — это не та победа, которая реалистична в 99% случаев. Но мы не имеем права про за этот захват не сказать, потому что он есть, и это режим встречный бой, это режим, где нет твоей личной базы, есть только респаун. Вот если вы на мини-карту посмотрите, наверное, сейчас эта информация больше для ребят, которые с танками либо только-только начинают знакомиться, либо вообще не знакомы, а я уверен, что такие могут быть на стриме, потому что все-таки коллеги играют, друзья, товарищи, родственники представляют там свое объединение инспекции, да, административно-технических или там департамент свой, государственное имущество. В общем, здесь я уверен, что особенно вот молодая часть коллег, там, не знаю, там до 40 лет точно может быть заинтересована в подобных турнирах, может в будущем поучаствовать в каких-то подобных мероприятиях там. По разным дисциплинам здесь стоит отметить, что неделя корпоративного спорта проходит по различным дисциплинам, в том числе, в первую очередь, спортивным. Волейбол, баскетбол, футбол, также есть и Counter-Strike, как киберспортивная дисциплина, также есть и Dota, конечно же, вторая, ну и наш любимый мир танков, ну и также индивидуальные дисциплины, такие как настольный теннис, бильярд, дартс, шахматы. В общем, масштабное мероприятие, которое приурочено к столетию московского спорта и организовано вся эта, используем такое интернетное слово, движуха, весь этот ивент, все это событие, все это мероприятие при поддержке департамента спорта города Москвы. Также я об этом уже говорил, повторюсь, более подробная информация, статьи, фильмы, факты, графика на сайте 100.moscow.sport. Дорогие друзья, играем, развиваемся вместе, получаем удовольствие от различных кибер и спортивных дисциплин. Ну и продолжаем, конечно же, смотреть финал сегодняшнего игрового дня. Финал всего турнира по игре «Мир танков». Противостояние ОАТИ и ДГИ. Карта «Рудники». Бой запущен. 30-секундный отсчет. Ну и сетапы. Конечно же, сетапы. Традиционная история для вас на экранах. Ну или в ваших ушках, если вы слушаете где-то нас. Неважно, где вы нас слушаете. БЗ-75, Т-110Е5 и СТБ. Это выбор ОАТИ. Нравится СТБ команде ОАТИ. Приносит ли она результат, посмотрим. Ну, а ДГИ выставляют тот же самый сетап, что и в прошлом бою, только вот на другой карте. Это АМХ-50Б, 75-й БЗ, китайский тяжелый, и КСК-63. ОАТИ с нижней базы, она, как правило, более тяжелая, да, на ней более тяжело забирать гору, но, тем не менее, втроем ребята отправляются вот сюда вот на гору без КСки, ну, а команда ДГИ не уступает, и не уступает гору, не уступает в уверенности, не уступает вообще ни в чем на данный момент, а наоборот, только лидирует, ну, и мнение сошлось, также приехали на центр, гора за ДГИ, здесь, конечно же, легко констатировать то, что более выгодные позиции сейчас за красными. Ну и здесь какие могут быть варианты? Обход в корму Шамсутдинова, вкат в Эрсотма, ну, вкат вперед точно нет. Хотя Е5, конечно, это машина, которая может делать результат. Это машина, которая очень эффективная, и вот она вкатывает, есть фокус по Арсотму, но он на своей бэшке все равно раздаст барабан. Нужно стрелять буллеру, есть выстрел, Арсотом не пробивает буллера, но тем не менее этого достаточно, чтобы уничтожить усилиями общекомандными. Разменялись сторонами, разменялись танком, в данном случае Е5-ку поменяли на бэшку. Здесь получил урон Сипулин, Шамсутдинов пытается сейчас перестреливаться, ну а Хорибл пробивает Сипулина и Булки, мне кажется, просто на СТБ надо вкатить, поехать забрать сейчас Сипулина. Это максимально грамотное решение, это позволит сравнять счет в этом бою.
в этом матче в целом, выиграть этот бой. ПВП базиков вкатывает булку, он принимает это решение, оно максимально рационально и грамотно. Идет ПВП, кто будет пробивать или наоборот, кто ошибется. У Сипулина, конечно, ситуация более тяжелая и в ХП проблема, но он вытанковывает, булка не пробивает, а Шамсутдинов отколупливается фактически от Хорибла и получает пробитие. Очень важно сейчас Хориблу добить Сипулина, что по КД Сипулин больше 2000 урона уже наносит и должен сейвиться за камнем. У Хорибла альфа не пройдет в Шамсутдинова, что логично, сам Шамсутдинов не пробивает, какая же ошибка, это очень важно сейчас. Но Сипулин пока на КД его оппонент выставляется. Есть ли ускоритель еще у Хорибла, непонятно, Хориблу надо этот ускоритель включить, получает пробитие, альфа у Шамсутдинова вылетает, и это 2-0, дорогие друзья, как же сейчас зарешало вот это вот непробитие в двушотного Сипулина от булки. Но и Шамсутдинова хочу отметить, который отклеился от базика, понимая, что крайне важно добить СТБшку, чтобы сохранить в живых своего капитана Сипулина. И вторая победа команды ДГИ, вот она здесь уже у АТИ, который по итогам группового этапа, по итогам, не знаю, там, полуфинального матча были фаворитами в умах многих. Но я говорил, друзья, я говорил, что ни в коем случае я не имею права об этих фаворитах здесь говорить. Групповой этап в прошлом, групповой этап прошел, групповой этап все, уже никто не будет смотреть, кто там кого, с каким счетом обыграл. Важно, что здесь, важно, что сейчас. А сейчас ДГИ берет вторую победу на карте Рудники и... На Прохоровку приходит уже с ощутимым, комфортнейшим преимуществом. И как Павел общался на интервью, вспомните, он говорил: ребята, не будем забегать вперед, подождите. Это сложный будет финал. Мы все знаем, мы все понимаем, мы хотим, но мы готовы к тому, что это будет страшная рубка. Ну а пока мы видим, что все-таки не совсем-то у АТИ готовы. ДГИ в этом финале смотрится просто великолепно. Два боя выиграно. Я бы отметил, наверное, неудачную реализацию барабана от Рсотма. Но как действовал Сипулин, как действовал Шамсутдинов. Только по одной ошибке в выстрелах у ребят. За весь бой, ну а Буллер, как мне кажется, должен был после того, как принял от БЗ выстрел, успокоить немножко игру, как-то более осторожно сыграть, потому что именно в его танке ДПМ, ну СТБ тоже, но все равно впитывать должен БЗ, а их Хорибл здесь... Или Харайбл, честно говоря, я с английским не так хорошо дружу, поэтому если как-то неправильно произношу, прошу меня простить. Тем не менее, базик 75-й команды ОАТИ здесь хоть и 100% реализацию показал, но ДПМ, да, урон в минуту не такой высокий у базика, нежели там у СТБ или у Е5, поэтому именно эта машина должна впитывать, выдавать альфу и впитывать. Ну вот мы видели, что фокус попал на Буллера, а дальше не удалось доиграть Булки и Хориблу. 2-0, ДГИ впереди, карта Прохоровка на повестке дня, карта Прохоровка будет играться третьей, и, конечно, здесь с точки зрения интриги, с точки зрения какого-то драйва, динамики развития финала, хотелось бы мне, как нейтральному зрителю, в этом бою конкретном победы команды ОАТИ, чтобы мы ушли дальше на Редшир. Ну, а я уверен, что ДГИ и все их болельщики, все их фанаты, коллеги, друзья, родственники, они этого ни в коем случае не хотят. Они хотят уверенной победы, уверенного реванша за групповой этап, уверенной победы в рамках турнира. Напомню, что ДГИ свой полуфинальный матч против Департамента здравоохранения Москвы тоже выиграли со счетом 3-0, так же, как это сделали ОАТИ в соперничестве с Госинспекцией по недвижимости. Мы этот матч с вами смотрели и наблюдали за ним достаточно пристально. Всего ничего остается до старта вот этого третьего боя, этого финала. И я говорил о том, что может быть все что угодно. 3-0, 0-3, там 2-2, вообще любой результат, любой исход возможен. Знаете, вот как там говорилось у известного футбольного комментатора, игра на 3 исхода. Но вот действительно, игра на 3 исхода, то есть тут и могла быть сухая в одну сторону, и сухая в другую, и там длительный ничейный результат на протяжении всего матча, где только в концовке один из коллективов все-таки заберет этот статус чемпиона. И там те или иные награды, я, к сожалению, не осведомлен по поводу наград. Судье сообщил о готовности и...
Мы теперь ждем только готовность команд. Все, вот все уже максимально заряжено. Осталось только нажать кнопочку «В бой», а перед этим выставить технику на показ и нам, и своему сопернику, и команде OIT, и команде DGI. Пока, конечно, интриг не хватает сегодня. Я уверен, что вы со мной согласитесь, дорогие друзья. Вроде все драйвовенько, вроде все быстренько, да? Не скучно, нет. Есть перестрелки, есть решения, есть сетапы, есть о чем поговорить. Не скучно. Но интриги не хватает. Когда есть интрига, оно, конечно, смотрится совершенно с другими эмоциями. Но еще пока есть возможность у IT не просто добавить интриги в этот матч и в этот турнир, но и выиграть этот турнир. История мира танков, история киберспорта, история корпоративного киберспорта имела очень разные ситуации, да, очень много повидала на своем веку и очень много невероятных камбэков, да, там в киберспорте вспоминаются матчи, которые игрались по системе БО 9 до 5 побед, и 4-0 вела одна из команд, а потом 5 боев к ряду проигрывала, и проигрывала матч со счетом, собственно, 4-5. То есть и такое бывало, и неоднократно, и вытаскивались просто какие-то невероятные матчи в различных турнирах, в различных форматах, и в 3 на 3, я сейчас вспоминал 7 на 7, разумеется. Ну, танки богаты на форматы, здесь и 10 на 10 бывало, и 15 на 15 есть, и 3 на 3 есть, и 7 на 7 есть, и есть турнир 1 на 1, 2 на 2, разве что вот, наверное, 5 на 5 классического традиционного нет. И то умельцы вроде меня в свое время и такие турниры организовывали, любительские, разумеется. Но у нас запущена Прохоровка, и мы от этой лирики уходим далеко в сторону. Неделя корпоративного спорта, посвященная, приуроченная к столетию московского спорта. Дисциплина «Мир танков», финал, OIT проигрывают пока что со счетом 0-2 команде DGI, и игра идет до 3 побед. Окажется ли этот бой решающим, или OIT еще порубится, узнаем. Сетапы на ваших экранах: БЗ-75, КСК-63 и Объект 430У, это выбор OIT. Ну а DGI выставляют две КС-ки и, внимание, К-91. Удивляют соперники друг друга. Появление ушки и 91-й кашки, и это, конечно, заготовки. Это, конечно, что-то необычное, это, конечно, что-то любопытное. Но что из этого будет эффективным, а что нет, узнаем совсем скоро в процессе боя. Гадать не получится. Ну, вернее, можно, но а нужно ли? Тактика очень простая. На гору отправлены две КС-ки. К-91 будет играть, видимо, на сбитии в рельефе. Я такое уже видел ранее. Булка 3-троечки просветился. Заехал в круг захвата. Ну а Хорибл вместе с Буллером едут на гору. И неужели Сипулина оставят внизу, а сами втроем проатакуют гору? Это будет очень крутая тактика, очень крутое решение. Но вообще более крепкие танки у синих здесь, если они вздумают проатаковать гору. Но пока как-то получает очень много урона Булка, 3-троечки. И здесь Хорибл, если поедет атаковать Сипулина, то получит много урона в борт от горных машин. Там уже здорово Булку обстреляли. Есть пробитие по Сипулину. Будет ли вкат в Буллера? Булка без ХП. Напоминаю, если ДГИ этот бой выиграют, то они станут чемпионами. Получает Рсотом. Есть минус от Сипулина. Хорибл там вообще выключен из боя. Он не помогает. Вот только сейчас залетает тычка в Шамсуддинова. Шамсуддинов шотный. 227 ХП. Успеет ли Буллер его добрать? Буллер нет, не успевает. Шамсуддинов выживает. 1 в 3 Хорибл. Ну это просто фантастика, если он сможет этот бой вытащить. Альфа не проходит в Сипулина. На КД Хорибл. Ему надо падать в яму. Он это и делает. Не разобьется ли с такими прыжками? Нет, все в порядке. Шамсуддинов шотный, ему рисковать нельзя. А вот Рсотом может спокойно свеситься. Сипулин здесь контролирует ситуацию, держит руку на пульсе. Почему не стали атаковать гору? Почему не поехали через базика? Ну, частенько таким сетапом играют гору. Намного более крепкий был выбор у OIT. Намного более эффективный был выбор именно для лобовой перестрелки за счет ушки и базика.
Да, там была бы просадка в ДПМ, но ХП плюс альфа при грамотном фокусе сделали бы свое дело, и просто КСК бы не успела бы реализовать свой ДПМ, ну, одна из, так точно. Здесь идеально распределяют свои ХП ребята из ДГИ, сумасшедший просто реванш, 3-0, вообще без шансов, как говорится, как тузик грелку разрывают ОАТИ, ОАТИ очень был сдержан Павел в своем интервью, и не зря, возможно, что-то знал, возможно, понял, что тогда да, это была какая-то случайность в группе, а вот здесь ДГИ себя проявили и показали. Просто 3-0, вынос, вперед ногами или как угодно. Еще раз говорю, все это жаргонизмы танковые, безусловно, здесь никакой агрессии быть не может. Это праздник, это товарищеский, корпоративный такой киберспортивный турнир, но тем не менее все такие самые боевые словечки хочется здесь употребить. ДГИ огромные молодцы, одерживают крайне уверенную победу и с огромным любопытством и интересом и удовольствием сейчас кого-нибудь из представителей команды пригласим на интервью, пообщаемся, поздравим с этой победой. Ну а команду ОАТИ, Объединение административно-технических инспекций Москвы, мы благодарим. Благодарим за хороший, яркий групповой этап, благодарим за приятное интервью, благодарим за яркую победу в полуфинале. И не расстраиваться, ребятам, второе место тоже почетное, престижное. Ну а ДГИ красавцы. ДГИ, конечно, собрались после вот этого поражения со счетом 1-3 в группе. Взяли и в финальном этапе двух своих оппонентов без шансов 3-0 закрыли дважды. Я вот сейчас полез, знаете куда, полез смотреть, а у ДГИ вообще что по проигранным боям. У ДГИ было сыграно 19 боев, из которых было 16 побед и лишь 3 поражения. И все эти 3 поражения были от команды ОАТИ. То есть в сумме сыграли 25 боев ребята из команды ДГИ, из которых было 22 победы и 3 поражения ОАТИ в рамках группового этапа. В плей-офф ребята сыграли со счетом 3-0, проблем не испытали со своими соперниками. Это круто, и я, конечно, ребят поздравляю с этим успехом. Они огромные-огромные молодцы. Ну а пока мы организовываем интервью, чтобы там настроить веб-камеру, взять сигнал, все это разместить на слайдах. Нужно немножечко мне времени, потому что, к сожалению, у нас нет какого-то там режиссера, которым этим занимается. Поэтому, дорогие друзья, возьмем небольшой перерыв на брейк. Ну и, конечно же, после него пообщаемся с чемпионами. Как слышно? Прием, прием. Приветствую. Приветствую, товарищ чемпион, поздравляю. Спасибо, спасибо. Как это всегда. Было, да, это было не просто на самом деле. Вот. Ну. И не сомневаемся, но тем не менее, 3-0, цифры на табло, счет на табло, победа есть. Ну что ж, поздравляю. Вопрос, конечно же, мне кажется, самый логичный, самый первый.
Что пошло в группе не так? Единственные три поражения за весь турнир, единственное поражение в матче от OAT, сейчас вот 3-0. Что тогда в группах? Недооценка, неподготовка? Что тогда случилось? Вот хотелось бы, мне, например, я тут матч не смотрел, откровенно говоря, и хотелось бы услышать вот какой-то комментарий. Почему так? Почему OAT тогда были сильнее, а сейчас вы? Ну, сейчас я могу раскрыть все карты. Вот, я понимал, что OAT сильные, не слабые. Был третий день игрового дня, вечер после работы было. И как бы мы приняли решение командой, то, что мы сыграем рандом, то есть не будем палить ни тактику, ничего, сыграем чисто ради удовольствия. Выиграем, выиграем, проиграем, проиграем. То есть цель была показать противнику, что мы не сильные. Чтобы они немножко расслабились, сильно к нам не готовились. Вот. А основная тактика, которую, естественно, мы готовили на финал. И, соответственно, все навыки, которые мы, которыми мы владеем, применили их в финале. Это, ну, обычная тактика, которую я часто бывает использую на ЛЧБ-турнирах. Вот, ну, немножко, немножко, так сказать... Хитрость. Да, хитрость, хитрость. Не знаю, сработало, не сработало, но вроде как, возможно, сработало, потому что, возможно, они не тренировались, а мы готовились. Вот. Тем не менее, вы чемпионы, и вот они, действительно, карты раскрыты. Ну, вот это такая тактика была, и как бы она зашла, так сказать. Да, нет, ну счет на табло, говорю, вы чемпионы, с чем я вас и поздравляю. Здорово, по поводу подготовки, в принципе, понятно. Знаю твой подход, да, что всегда, уверенно, тоже не первый год уже знакомы. Знаем, как играете, знаем, на что способны. Тоже уже об этом вспоминал, когда вот ознакомливался с параллельным матчем. Ну, хотелось бы тогда вот такой немножко в общий вопрос уйти. С боями в целом плюс-минус понятно. Я думаю, что тут и зрители все видели, и там по поводу группы секретик маленький услышали. Хотелось бы поговорить вообще в целом о мероприятии, вот о неделе корпоративного спорта, о том, что понравилось, что не понравилось. Я вот от себя сразу так чуть закину камушек в огород. 7 команд. Маловато. Хотелось бы, наверное, побольше, да, вот так вот, ну, со стороны. Ну, то да. Есть вот как участник, как чемпион, чего зашло, чего не зашло, что было хорошо, насколько интересная практика. Например, от вашей компании, ну даже не компании, здесь в данном случае инспекции, правильно? Госинспекция по недвижимости. У нас департамент городского имущества. Значит, ну вот от вашего департамента, да, просто, ну, меленько видно, так сложно. Вот, ну, да, от вашего департамента участвовали ли в других кибердисциплинах, в спортивных дисциплинах, да, то есть, вот, ну вот, хочется чуть больше информации, мне, как человеку, который не обо всем, вот, не обо всей внутрянке знает, просто для себя, ну, на будущее полезная информация. И я думаю, что зрители, которые слушают, тоже хотели бы послушать, посмотреть, потому что здесь и коллеги, здесь и друзья, и соперники, и, может быть, люди из других дисциплин, то есть, вот, ну, чуть внутренней кухни со стороны вот чемпиона. Угу. Так, ну что я могу сказать? По поводу команд. Почему заявилось немного команд, да? Там порядка 50 было компаний, если не путаю. Там я увидел одну проблемку, которую написали в общем регламенте. Игры должны были начинаться в 19:00, киберспорт. В связи с тем, что люди в 19 могут домой не попасть, потому что это Москва, город большой, кто-то живет в области, кто-то где-то в Зеленограде или там, не знаю, в Новой Москве, просто фактически, ну, не успеют даже до дома доехать. Просто многие полагают, что из-за этого отказались. Потом регламент поменяли, поставили на 20:30. Вот если бы изначально поставили на 20:30, то люди понимали, что они успевают, и, соответственно, скорее всего, заявилось бы больше команд. Вот. Но, исходя даже из того, что заявилось 7 команд по танкам, было это тоже непросто, потому что приезжаешь после работы 20:30, заканчивали в ночь, и как бы тяжело было. Вот первый, второй, третий, это вот... Если было больше команд, мне кажется, неделя бы... Это было бы мало, потому что в том же ЛЧБ, там, сами знаете, там растягивается на каждые выходные идут бои, то есть не на неделе. Вот. Что касаемо участников нашего департамента, у нас участвует команда в Counter-Strike, Dota 2 и вот танки.
В Dota 2, к сожалению, не прошли ребята. Вот, первая у нас сборная по Dota 2, ну, по крайней мере, получили хороший опыт на перспективу. Counter-Strike, там у нас сильные ребята. Сейчас я результатов не знаю, но они вышли в 1/2 финала. Так что, как они там сыграли, я пока не знаю, еще не видел результатов. Вот. В общем, мероприятие мне очень понравилось, потому что я по подобным мероприятиям от департамента спорта участвовал 2 года назад, тоже в танках. Там заняли 2-е место. Там, так сказать, было на 8-х уровнях были бои. Вот. Но в этот раз прям организация очень удивила и порадовала, потому что подход совершенно другой, все серьезно. Очень классно вот, организована вообще вот эта стадия киберспорта. Судьи, интервьюеры, то есть привлеченные, да, хорошие и даже вот известные, как Заяц и Помидор. Вот, уровень, допустим, сейчас вот наши ребята там в футбол играют. То есть вообще мероприятие классное. Мне очень нравится то, что и интервью берут, и как бы сказать, да, и это прочее. Если что по призам, не знаю, что как там будет. Вот, это как-то все тайно покрыто мраком, но думаю, кубок, по крайней мере, точно подарится. И медали. Ну, с призами я тоже, честно, не скажу, но я уверен, что в такие вещи они просто так бесследно не проходят, не остаются, и просто, возможно, что-то не хотят оставить сюрпризом, что-то не хотят озвучивать по каким-то там корпоративным правилам, поэтому не будем мы в это уходить. Люди тут все серьезные, но приятно, на самом деле, слышать, потому что, ну, я человек, который болеет вот этим всем киберспортом, в хорошем смысле болеет, да, потому что тема интересная, классное, хочется, чтобы к этому относились не как к какой-то проходной истории, где там кто-то пришел, какой-то ерундой занимается просто так, да, и непонятно, зачем и кому это нужно, а хочется, чтобы, ну, в данном случае это все-таки не совсем массовая история, а больше внутренняя, но хочется, чтобы вот внутри люди, которые пришли поучаствовать в этом или посмотреть на это, там, коллеги, друзья, они сказали, ребят, блин, как будто вот на телеке, ну, вот условно, да, то есть как будто вот все вот как-то вот профессионально, понятно, что мы играем из дома, они там с какого-то лан, там, да, лан-сцены, понятно, что мы там, но все равно я считаю, что направление развития и в рамках вот департаментов, и в рамках там подрядчиков, которые все это делают, ЛЧБ, о котором мы вспомнили, здесь развитие идет, здесь люди приходят, которые понимают, что нужно. Это здорово, это классно. Вот. Приятно мне, как человеку, который за это топит и этим болеет, как я сказал, от чемпионов слышать там какие-то лестные отзывы. Ну, это позитивно, это классно, это здорово, потому что мы все в одной лодке, мы все играем, мы все выигрываем призы, мы все там болеем за любимых там друзей, коллег и так далее, или там на каких-то более высоких уровнях. Так что вот это вот такая волна позитива, а в целом, да, вся вот эта неделя, она, ну вот я об этом говорил, когда там просто сам что-то рассказывал, комментировал, что это же, в принципе, праздник. То есть вот недели киберспорта, там недели спорта, вот этот юбилей столетний и так далее, и так далее. Сайт круто сделали, кстати. Я не знаю, кто там его делал, но я так понимаю, что это делали вот, ну, какие-то московские, ну, вот официальные там департаменты спорта. Сайт порадовал. Очень качественно сделан, прям вот, ну, классно, современно, красиво, все кликабельно, все вот, ну, прям вот круто. Вот этот, который, вот, ну, Москва Спорт или как там, Стоп Москва Спорт. То есть супер. Поэтому я, например, в подобных вещах хотел бы точно в будущем участвовать, за ними наблюдать и, может быть, еще куда-то, да, выше на какой-то более высокий уровень выходить. Там делать месяц спорта, там, и киберспорта, год спорта, там, десятилетие спорта. А то неделя, ну, как-то, да, вот, после работы пришли, устали, там, тоже все-таки. Ну, я соглашусь, что накладывается. Ну, я думаю, что здесь люди слышат, люди читают, люди видят и будут какие-то, какой-то фидбэк, да, собирать с участников в первую очередь. Я уверен. Вот. Ну что, поздравляю с чемпионством. Даже не знаю, что еще спросить. Вроде все понятно, все услышали. Хочется пожелать будущих побед, побольше участия и крутых вот таких вот стратегий в рамках хитрости, нехитрости. Я говорю, я уже об этом говорил. Кто вспомнит, что там было в групповом этапе? Кто там чего, 3-1, кого? Вот он чемпион, вот он счет финала, как бы. Ребята из OIT молодцы, и там вот, ну, Буллер очень известный, на самом деле. Не-не, они очень-очень хорошо играют. Я считаю, что
Потенциал очень у них хороший. Да, может быть, у них нет такого опыта в турнирах 3 на 3, но я вижу, что они сыгранная команда. Просто там я видел у них определенные ошибки. Вот. Но вот вторая Рудники была очень тяжелая, ну, такая вот напряженная очень. То есть там на тоненького, так сказать, выиграли. Вот. И, соответственно, совершенно другой пик-карт выбрали. То есть, да, которые не играли на предыдущих этих матчах. И, соответственно, совершенно другую технику. Ну, я думал, готовился, смотрел значит, турниры ЛЧБ. Там что-то брал, ну, что-то наше брал, что-то брал от ребят с Россетей, где там вот еще OneFold был. Потом вот, где мы играли и прочее. То есть, ну, мы, так сказать, все отработали, ну, главное, что зашло. Еще хочу сказать, что вот данный вот еще, вот, ну, кто смотрит, да, будет турнир ЛЧБ в октябре, то есть там нужно, ну, там заявки можно подавать. Тоже также могут организации туда подавать, и там и призовые фонды, и подарки от спонсоров. То есть можете участвовать там, каждую весна и осень проводятся турниры, вот. Не знаю, нас заявят, не заявят от экономики Москвы, пока еще под вопросом, я так полагаю. Но в прошлом году мы, в принципе, взяли первое место Золотой лиги и весной там второе место Серебряной лиги. Вот. Также хочу передать всем, кто меня смотрит, моим коллегам из ДГИ, из ГБУ АПР, агентство промышленного развития, руководству, вот, Екатерине Ирине Ивановне, Анастасии Сергеевне, вот. Кириллу Вячеславовичу Исееву, Сиваку и Премьяну, Рамазану Льдусовичу, ну и всем коллегам. Вот, и моим, соответственно, тиммейтам, которые со мной прошли этот путь, бок о бок, так сказать, потрепали немножко мои нервы, потому что приходилось немножко, ну, один хорошо, в принципе, играет, но там в плане, как сказать, опыта, может, не такого в тактиках, а вот Мишаня молодец, прогрессирует очень сильно. Так что есть, как говорится, перспектива потенциал, того, что... Потенциал, да? Да, потенциал. Ну, он молодой, моложе нас, и он очень быстро все схватывает. Очень быстро, просто, ну, уверенно. И, как бы, вообще, молодец. То есть, ему это дело нравится, и он очень сильно прогрессирует. Это прям заметно за этот маленький период, я даже удивлен. Вот, так что... Всем привет, кому даже не передал, может, кого-то забыл, еще что-то, не знаю, но эмоции очень хорошие, сильные. Вот. Помидор, спасибо тебе, очень был рад тебя видеть. Вот. Взаимно. Да, надеюсь, еще, может быть, еще увидимся. Ну, заявляйтесь на ЛЧБ, вроде как, я, как всегда, уже там какой, третий, четвертый год, вроде как, ну, залетаю. Ну, вопрос, да, сейчас, как заявят нас, не заявят, пока еще неизвестно. Ну, а вы приходите на стол, ребята, вот выиграли 100 лет московскому спорту, посмотрите, мы крутые, классные, нас знают, нас любят, нас ждут. Ну, давайте уж как-то там, да? У меня одна из целей была выиграть здесь, чтобы показать, что результаты есть. Так что не все так это. То, что мы весной это пятое место золота заняли, ну, это бывает такое, не всегда, выигрывать не всегда получается. Но пятое место Золотой лиги, это тоже как бы далеко не... как бы заслуженный это хороший результат. Мы говорили, да, о том, что там, там вот, в принципе, рейтинг игроков, уровень игроков, подготовка игроков на ЛЧБ очень сильно выросли, даже вот на моих глазах, да, я когда приходил, там люди катались с неправильным оборудованием на каких-то, не пойми, каких там танках, и сейчас там просто играют люди, ты думаешь, ребят, я так играть-то не сыграю, вот я сейчас выйду сюда, вы мне здесь напихаете и отправите меня домой, понимаешь, то есть, а я вроде там, ну, какой-то там спортсмен, киберспортсмен, там, кто я там, я не знаю, вот, профессионал, ну, мира танков. Уровень большой, даже если кто-то там не уверен в своих силах, можно просто, даже если групповой не проходишь, тут не сразу вылетаешь, идешь в серебряной лиге, и все те, кто, у кого уровень небольшой, ты можешь там сражаться. Я тоже с этого начинал, в серебряной лиге, там учился, вот, а потом когда-то решил все-таки зайти в золотую, попробовать, и получилось. И выиграли это золотую. Да, и выиграли, даже удивительно, да, но... Ну, да, ну там работы много проделано. Вот, так что, вроде бы как, все сказал. Да, спасибо большое, еще раз поздравляю с победой. Спасибо большое. Вы огромные молодцы, ну, впрочем, как и всегда, работа, подготовка, она всегда вознаграждается. Да. В том или ином формате, поэтому хорошего дня,
Вот. И надеюсь, что увидимся на ЛЧБ. Или сегодня, кстати. У нас сегодня там мероприятие одно планируется. Сейчас позже напишу в личку. А, хорошо, хорошо. Все. Лишние ушки. Все, друзья, спасибо большое. Пойду прощаться с нашими уважаемой аудиторией. Все, пока-пока. Всем всего хорошего. Ну, позитивненько, позитивненько, дорогие друзья, позитивненько, люблю, когда позитивно, люблю, когда улыбки, люблю, когда нет какого-то, вот знаете, разочарования. Я уверен, что у IT тоже восприняли это вот поражение в финале достойно, с гордостью, потому что очень приятно так пообщались с Павлом, вот, с Андреем, не знаю, с Буллером, возможно, сегодня тоже удастся увидеться, лично этот момент обсудить. В общем, объединяемся, играем, занимаемся спортом, играем в киберспорт, идем с улыбкой на лице по жизни. Это, друзья мои, для вас сегодня комментировал Помидор МСК, это была неделя корпоративного спорта, дисциплина мертанков завершена. Огромное спасибо выражаем департаменту спорта города Москвы за поддержку в организации, ну, ЛЧБ отдельно, конечно же, ну, вот под здесь вот видите, под вебкой вся информация есть, московский спорт, департамент спорта города Москвы, Лига чемпионов бизнеса, в общем, все огромные молодцы, всем спасибо, всем до скорых новых встреч, добра, позитива, любви, удачи, всего хорошего, с вами был Помидор, всем спасибо, всем пока, до свидания, дорогие друзья.